1 февраля в уральской столице состоялся концерт, посвященный годовщине интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На сцене культурно-просветительского центра «Царский» выступил вокально-хоровой ансамбль «Горлица» Миссионерского института Екатеринбургской епархии. С 2010 года Центр «Царский» проводит разнообразную просветительскую и культурную деятельность, посвящая свои мероприятия и выставки важнейшим событиям в жизни русской церкви, истории российского государства, вспоминая людей и святых, которые создают духовную опору и славу России. В день 12-й годовщины интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла здесь состоялся музыкальный концерт. По словам организаторов мероприятия, это не просто праздничное событие, которое отметили концертом, но это и напоминание для всех нас, как важно молиться за предстоятеля, понимая, насколько тяжело служение патриарха. К этой дате мы пригласили коллектив, который может петь духовные песни или какие-то классические произведения. И такой коллектив у нас есть в епархии. Это вокально-хоровой ансамбль «Горлица» Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Мы уже неоднократно приглашали этот коллектив, и он, я считаю, высокопрофессионален. В программе концерта прозвучали духовные песнопения, в том числе «Кантак святой великомученице Екатерине» и «Святому царю и страстотерпцу Николаю». Также со сцены духовно-просветительского центра были исполнены народные песни и классические вокальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Кюи, Свиридова и других русских композиторов. Хор «Горлица» Миссионерского института Екатеринбургской епархии существует уже 10 лет. В хоре поют выпускники института, выпускники высших миссионерских курсов и все желающие певцы, кто хотел бы исполнять духовные и светские произведения. Эта концертная программа может стать подарком ко дню интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла от коллектива Миссионерского института Екатеринбургской епархии. В память о концерте всем участникам вокально-хорового ансамбля «Горлица» от Центра «Царский» в подарок были вручены альбомы «Православная энциклопедия Урала», выпущенные уральским филиалом Императорского православного палестинского общества. Подобные музыкальные вечера в культурно-просветительском центре «Царский» – не редкость. Познакомиться с актуальными анонсами мероприятий можно на официальных страничках центра в социальных сетях. Адрес культурно-просветительского центра, город Екатеринбург, улица Царская, 8. Дополнительную информацию также можно узнать по телефону 8, код города 343, далее 371-71-67.